Вот номера скорой помощи, вот сама скорая помощь. Вот, пожалуйста, водитель сидит. Вот скорая уходит. Давай, он там вставляет. Вот она уходит, эта скорая, которая второй раз нас не стала забирать. Говорит, ну что ж, теперь пока не помрет, мы не будем никого забирать. Вот так вот. Говорит, ну да, да, давай в интернет вставляй. Вот так вот у нас все. Город Коломны, пожалуйста. Это просто вообще... Нет, я работаю в медстрое, сама работаю в медстрое. У нас разные бывают случаи. Но до такой степени. Ну так. Им что, надо снять на видео, как он умирает, чтобы они поверили, что там пиздец или что? Спроси, кто это сейчас говорил, спроси, кто с кем ты разговариваешь. Кто такой? Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Юрий Иванович, здравствуйте. Мы вот к вам обращаемся, потому что не знаем, к кому уже обратиться. У нас человек за последние 5 часов умирает второй раз. Второй раз к нам направляет скорую, которая... Так он у вас не умирает, он у вас дает эпилептические припадки. Это разные вещи, умирает и эпиприпадок. Так, я посмотрел все про вашего человека. Значит, его возили в неврологическое отделение. Его смотрел невролог. Ему брали анализы. Ему делали КТ головного мозга. Никаких показаний для госпитализации они не нашли. А то, что человек посинел и сознание потерял. А то, что человек посинел, и он почти уже умер. Мы его сами, блядь, с небес достали. Нам что делать? Мы тут стоим всеми соседями. Человеку вашему оказали адекватную помощь, и он пока остается. Да. Алло, здравствуйте. Слушай, здравствуй. Что мне делать? Нас второй раз скорая нахер шлет. Отворачивает лица от камеры, не забирает человека, который второй раз чуть не умер. За 4 последних часа. Минуту, минуту. Минуту. Вот второй раз уже скорую вызывают, отказываются его забирать. Я сижу, ты